Перенос анимации из 3D Max в Unity, а из Unity в KSP. Так вы что-то создали в 3D Max. Какую-то шляпу. Переносим ее в Unity. Значит, в анимации должны вот эти галочки стоять. В модели Generate Collider включено. Import Materials нафиг. Apply. Перетаскиваем координаты по нолям. Дальше. Отключаем все ненужное в данном случае. Вот это мне не надо. Здесь мне коллайдеры не нужны. Вообще не нужны. Здесь мне... Коллайдеры не нужны, но бокс-коллайдеры нужны. Подготовительный процесс закончен. Дальше. Дальше надо делать... Сделаем анимацию. Так. Создаем новую, называем ее как желаем. Сохраняем. В аниматоре у нас теперь new animation. Дальше. Вот этот вот объект FBX, в нем зашита анимация из 3D Max. И конкретно она вот она. Чтобы ее вытащить из этого архива, надо нажать Ctrl-D. И вот она у нас создалась. Как она называется? GZ-Intro пуля. Но в аниматоре у нас стоит new animation, то есть созданное в Unity. Теперь нам надо открыть вот эту вот анимацию родную Show in Explorer, найти ее, вот она, 204 килобайта. А наша анимация юнитевская вот эта вот. И нам надо теперь, чтобы вот эта вот пуля называлась не пулей, а new animation. Для этого я ее копирую. Куда-нибудь переношу временно, ну пусть даже сюда, вот, и обзываю ее как new animation, я, чтобы на кнопочки не жать, вот так буду делать, вот, и теперь ее надо перенести, вот эту вот, теперь она весит 204 килобайта. А это 10 килобайт мы берем и перетягиваем ее сюда. С заменой, конечно. Все. Теперь у нас здесь new animation. И если анимацию открою, все. У нас окно анимации уже перестало быть read-only. Анимация работает. Ее здесь можно редактировать как хотите. Мне этого не требуется. Смотрим здесь. Здесь тоже все работает. Все, дальше. Дальше здесь надо создать мискалинги, бла-бла-бла, анимейшн. И вот эту new animation можно вот так вот перетянуть сюда. Здесь так вот один inch. И еще раз сюда перетянуть. Хоп, play automatically убрать. И теперь вот этому объекту надо накинуть скрипт ксп-шный, который portals. Portals. Где он? Вот он. Portals. Так, Portals, прописать путь. Да ну. Так, где он, Portals, вот он. Прописать путь. То выключить все нафиг. PNG.
это сделал, заменить мыши, если желаете. Я желаю. Зайти. Все готово. Вот этот объект теперь нельзя перемещать. То есть нельзя его делать под объектом GameData. То есть если я, например, создам и вот этот объект перемещу вот сюда, анимация испортится. Ну, в принципе, это можно показать даже вот сейчас. Сейчас она есть. Animation. Она есть. Если я возьму и вот так вот перенесу ее сюда. Здесь она, да, она есть, но и не будет вот здесь. Вот. Нифиг баловаться. Вот она есть, тут и есть, Partools есть, все это будет работать в CSP. Так. Все, ничего не забыл. Вроде бы нет. Animation создал. Это значит, что ну все, right. Записывай запись. Все, записалось. Так, где это? Вот оно. Два файла, собственно. Копирую. А, где эта папка теперь? Блин, что-то тут все перепуталось. Вставляю замены. Все, дальше можно CSP открывать, проверять. Открыл. CS5-ину. Текст есть. Блестючесть есть. Проверяем анимацию. Бищ, анимация есть. Все работает. Спасибо за внимание.